на которую они едут. В Северо-Восточном государственном университете презентовали новый видеокласс. Оборудовали помещение специально для цифровой записи лекций и других образовательных видеоматериалов. Данная видеостудия, она создана в рамках большой программы, гранта, связанного с созданием цифровой образовательной платформы в нашем университете, Цифродром. Это один из компонентов создания такой видеостудии. Воспользоваться результатами работы преподавателей университета на базе видеокласса смогут не только студенты очной и заочной формы обучения, но а также слушатели факультетов дополнительного профессионального образования. Помимо создания образовательного контента, техническими возможностями нового видеокабинета смогут воспользоваться и студенты. Например, студенты, обучающиеся журналистике, смогут попробовать поработать на профессиональном оборудовании. Представители студенческого совета и деканы факультетов присутствовали на презентации видеокласса, где подробно раскрыли детали использования нового оборудования. У нас видеостудия оборудована телесуфлером, то есть мы можем читать текст, не отрываясь от нашей презентации, что позволяет нам не запутаться и хорошо провести видеолекцию. Пресс-служба университета совместно со студенческим советом уже готовы включиться в работу и использовать новое оборудование в своих целях. Да, ну мы давно знали, что здесь вот ремонт делался. Вообще это была аудитория, в которой Свагач просто собирался. Мы здесь общались, там ролики пытались снимать и так далее. Но мы знали, что тут происходил ремонт. И только сейчас первый раз увидели уже полное оборудованный класс со всем оборудованием, со всей аппаратурой. Ну и на самом деле очень здорово. Прям на самом деле белая зависть, потому что многие из нас сейчас выпускаются. И на самом деле нам бы такую аудиторию на первом курсе или на втором курсе, когда мы только все это начинали, было бы все намного круче. Но сейчас, да, вот надеемся, что мы тоже можем. Ну, мы здесь тоже будем пользоваться для возможной съемки студенческих новостей. Это наша давняя идея, да, нам для этого нужно было больше оборудования, света и всего остального, ну и просто для съемки своих роликов каких-то для студенческого медиацентра. По словам ректора университета, в первую очередь использование кабинета будет осуществляться для реализации обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам, так как ВУЗ активно участвует в федеральном проекте «Демография» и проводит бесплатные образовательные курсы для безработных и граждан предпенсионного возраста.